Но разговор не шел. Тогда я взял гитару, спел
нее кто-то ушел. Я предложил станцевать рок-н-ролл. Рок-н-ролл этой ночи. Рок-н-ролл этой ночи. Я думал, будет хорошо, а вышло не очень. Сегодня я был на концерте. Для кого-то это радость, для них пустяк. Один из них сказал, что любит несчастный случай, но понял я, что любит он еще и чаев. Но ночью почему-то не шел ко мне сон, мне не давал уснуть. Это рок-н-ролл, рок-н-ролл этой ночи. Рок-н-ролл этой ночи. Я думал, будет хорошо, а вышло не очень. Сцену немножко меняет все время расположение. И мы знаем, что очень разновозрастная публика и, так скажем, ну, разных увлечений. Поэтому для тех, кто постарше, кто и рад бы энергично двинуть тушкой, но не так же энергично, настоящим владивостокским ZZ-топом посвящается «Раз, два, раз, два, три, рок-н-ролл». Спасибо. Ну и для представителей интеллигенции, по-моему, два дня назад отмечали праздник работников младших учебных заведений, воспитателей младших учебных заведений. В общем, воспитатели, учителя младших классов, работники библиотеки и бухгалтерии. Это для вас. Рок-н-ролл этой ночи. И я думал, будет хорошо, а вышло не очень.
Я не знаю, знают ли они о существовании автомобиля КАМАЗ. Автомобиля КАМАЗ? Да. Есть специальная Конечно. Категория граждан. Там! Там! За Хинганом, за перевалом. Да. Называются они КАМАЗисты. КАМАЗисты. Их этой вот ерундой не проймешь. Слушай, ну мы в прошлый раз, когда играли, мы в этой песне тоже сделали специальную версию для таксистов, которые стоят и ждут наживы свои там. Ребята, ваш час настанет. Специально для таксистов Владивосток. Рок-н-ролл этой ночи. Рок-н-ролл этой ночи. Я думал, будет хорошо, а вышло не очень. Ты прости меня, мама, но рок-н-ролл этой ночи. Рок-н-ролл этой ночи. Я думал, будет хорошо, а вышло не очень. О, мама, зопорлы. Спасибо. Таксисты возрадовались. Ну, понятно, что у нас праздник, и мы стараемся играть. И мы понимаем, что сегодня семьями пришли, с детьми. Мы играем такую программу «Чайф Лайт», облегченную достаточно. Но в то же время, в основном-то народ половозрелый. И мы же с вами понимаем, что самое главное, чтобы те люди, кого мы любим, были с нами как можно чаще, как можно дольше. Чтобы мы были рядом с теми людьми, кто любит нас. Пусть эта песня вот будет посвящена этому. А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мало, да и просто хотелось пожить. У нас дома детей мало, да и просто хотелось пожить. А не спеши ты нам в спину стрелять, а это никогда не поздно успеть. А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть. А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть. А не спеши закрыть нам глаза, а мы так любим все темноту, а по щекам хлещет лоза, возбуждаясь на наготу. А по щекам хлещет лоза, возбуждаясь на наготу. А не спеши ты нас не любить, а не считай победы по дням, если нам сегодня с тобой не пора.
вражит, то кто же завтра полюбит тебя? А если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит тебя? Спасибо. Отличный вечер проводим в Владивостоке. Ничего, у вас еще есть силы? Так. Но я слышу, какие песни люди просят, но, честное слово, но вот у нас сегодня тут и женщины, и дети, и пожилые люди. Мы стараемся сыграть эту программу, чтобы было празднично всем. Надеюсь, что будут сольные концерты группы «Чаев» в зале, и там можно будет сыграть эти песни, которые вы просите. А сейчас... «Женщинам Приморья». Пусть рядом с вами будут мужчины, достойные вас, и пусть все будет так, как вы захотите. Вижу тебя такой в дерзкой мини-юбке, что мой покой, мой сон превратили шутя в тебя. Я умоляю тебя, поем. Все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Но, впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Тебе 17.
розы в нашем доме. У них редко бывают цветы. В мае снова будут тюльпаны. Я помню, их так любишь ты. Я напишу свою лучшую песню, если будет угодно судьбе. И первую ее сыграю тебе. Конечно, тебе. Но не восторгну. В 10. Потом я даем чуть пораньше.
И перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо. Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, е-е-е! Оранжевое небо, оранжевое солнце, оранжевая тигра, оранжевый вертолет. Песенка Фредди Крюгера. Оранжевые песни, оранжевого ребята, ребята. Знаете, я вообще долго думал, что вот эта фишка наша с фонариками, да? Что она как бы наша фишка. Сегодня я узнал, что оказывается это фирменное приветствие королевы Англии Елизаветы. Пошла вода, как она приветствует. Да-да. Значит, смотрите, ребят, что мы будем делать. У нас праздник. День тигра. В честь нашего тигра. В честь праздника. Я предлагаю рукотворные фонарики руками и лапками зажечь, во-первых, в честь тех людей, кто вообще придумал всю эту историю с защитой тигра. Придумал этот праздник, организовал его. Вот таким! Вот так вот! Йо-хо-хо-хо! Конечно же, мы с вами зажжем наши фонарики рукотворные. Рукотворные вот эти. В честь тех людей, кто на сегодняшнем празднике работает. Я вот видел, что с самого утра сегодня работали аниматоры, работники полиции, кто атрибутикой всех тут предлагал ее, кто делал звук, свет, постановую часть, снимает видео, охрану осуществляет, артистам, ведущим, всем, кто работает на сегодняшнем празднике, наши фонарики! И еще, я хочу зажечь фонарики рукотворные в честь тех жителей Приморья, Владивостока и всех городов, кто приехал сюда сегодня на этот праздник, которые могли бы дома сидеть, гребешка свежего наворачивать, хомячить. А они пришли сюда и вместе с нами проводят этот вечер. Ребята, девчата, это вам! Сделаем анимацию именно вот в честь тигра. Значит, смотрите, давайте. Делаем одну репетицию. Поднимаем руки вверх и лапы вверх тоже. На счет три, глядя на меня, начинаем двигать вот в ту сторону. Вот в ту сторону, да? И теперь смотрите. Репетиция. На счет три. В ту сторону. Вы готовы? Раз, два. Раз, два, три. Чтобы здесь, конечно, вот здесь.
когда за спиной море, океан. Пусть количество отчаливания, да, вот тоже тельняшечка у парня, да, совпадет с количеством причаления. Пусть все ваши родные, близкие, кто уходит в море, обязательно возвращаются. Любите друг друга такими, какие есть. Это самое главное. Когда он уйдет, зачем тебе знать, о чем он поет? Зачем тебе знать то, чего не знает он сам? Зачем тебе знать, кого он любил? Зачем тебе знать, о чем он просил? Зачем тебе знать то, о чем он молчит? Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой он есть. Поплачь о нем, пока он живой. Oh,
начнем, пока он живой. Люби его таким, какой он есть. Ну и что на прощание еще разок? Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой он есть. Поплачь о нем, пока он живой. Таким, какой он есть. Любите друг друга такими, какие вы есть. Берегите тигров и, самое главное, своих близких людей. Спасибо вам огромное за отличный вечер. Сегодня здесь, во Владивостоке, День тигра, играла екатеринбургская группа «Чао».